Кренец – небольшая плотина. Он расположен на площади всего 18 гектаров. Несколько лет назад кренецкая плотина использовалась в основном для орошения. Но в 2014 году было решено искусственно разводить в ней рыбу и открыть рыбный ресторан. Всего за несколько лет оригинальные идеи были реализованы. В плотине развели рыбу форели, карп, а также были созданы места для страстных рыбаков, где они могут самостоятельно сидеть и бросать удочки, наслаждаясь настоящим отдыхом. Поэтому плотина стала одним из любимых мест для отдыха, рыбалки и отдыха на природе жителей города Баньска и гостей города. Кренец расположен примерно в 2,5 километров, это около 30 минут пешком, если вы идете из центра города. На берегу плотины работает ресторан, и там вы можете попробовать рыбные блюда и традиционные болгарские блюда, которые готовятся и подаются только в Баньске. Вот есть меню, можете ознакомиться с меню, что подают в этом ресторане. Если вы любите ловить рыбу, то можете взять на прокат удочку и насладиться спокойным днем в тишине природы. Вокруг плотины достаточно мест, где можно посидеть с друзьями и поесть, а ваши дети могут бегать и веселиться на детской площадке ресторана «Кренец».